Но самое главное, я вот во вводной лекции хочу сказать, что история человечества – это набор случайностей или цепь закономерностей. Ну, все ученые признают, конечно, это все закономерно. А дальше возникает вопрос, а кто определяет эти закономерности? Как осуществляется история? Она управляема или неуправляема? Если управляема, то каковы методы ее управления? В чем причина происходящего, то есть причинно-следственной связи?